Извини, дочка, не подскажешь? Здрасте. Ой-ой-ой, извини, вас же сейчас это не разберешь. Я просто спросить хотел. Жек за углом, дед. При чем тут Жек? Ты же раньше вроде это, чародейка была. Чародейка? Да. Секс-шоп, что ли? Какой шик... Тьфу на тебя, какой секс-шоп? Парикмахерская. А, тут совок уже года три как закрыли. Здесь теперь барбаршоп. Барбаршоп здесь? Стрижки мужские. Слушай, дед, если тебе поговорить не с кем, то это тоже там, за углом. Царица небесная, я же тебе нормальным человеческим языком говорю, мне надо постриться. Что ж ты меня за угол-то посылаешь? Не учили со старостями разговаривать? Или вы от сиськи отклепаете и сразу палки свои сосать, и в экранчике пялится, говнюк? Совок ему, видите ли, не нравится. А что ты вообще про совок знаешь? Да таких, как ты, при совке... Быстро бы уму-разуму научили. Здравствуйте. Здорово. Что случилось? Да вот случилось. Вы наращивали европейцев. Они только и думают, как свалить отсюда. А здесь им уже не люди. Я постриться пришел, он меня посылает. Да ладно, отец, не заводись. Извини, он у нас просто новенький. Если нужно постричься, давай пострижем. Вот, нормальный же человек. И на мужика похож. Проходи. Спасибо. Ну ты ж только учти, сейчас на пол твоей пенсии потянет. Ты мои деньги не считай, знаешь, еще поглядим, что и на что потянет. Куда садиться? Прошу. Деньги его интересуют мои. Сколько надо, столько есть. Ну что, как стричь будем? Чтобы не стыдно было в гроб класть. Ну, в гроб не знаю, но бабок на повал класть будешь, обещаю. Администрация приносит свои извинения. Может быть, виски? Да, да. Виски косые. Да нет, виски. Напиток такой, 40 градусов. Ты что думаешь, я не знаю, что такое виски? Ты кого учил, сопля? Я их столько перепил, что тебе до меня, как до луны, раком. Спасибо, не надо. Человек пришел постриться, а они ему втюхивают. Так и норовят человека втридорога содрать, куда бы ни пришел. У тебя совесть-то есть? Извините. Гнида лохматая. Да ладно, отец, не переживай, это бесплатно. На, бесплатно. Что значит бесплатно-то? Ну, за счет заведения. У нас фишка такая, все включено. Виталик, неси. Виталик, давай неси. Главное, не фишка такая, а он спрашивает. Не надо спрашивать, надо сразу нести. Что, сэкономить хотел, да? Ну что, приступим? Нет, будем сидеть. Чародей, конечно, не сравнить, но могёшь. Цирюльник. На пасашок? На пасашок. Прощайте, ребята. Молодец! Я скучал!
дурак. Котик, я еще чуть посплю, окей? Ты пришла ко мне с другой планеты. Нет, ты просто слишком долго жил на этой. Говорят, в тебе нет ни изъяна. Говорят, твой инь еще не встретил свою Яну. Ты всегда найдешь о чем поспорить. А тебе пора в учебник по истории. Ведь мы из разных миров, и нам хорошо. Папик пришел. Что мы делали бы друг без друга? Тю, да я за 5 минут найду себе подругу. У тебя в друзьях одни анахронизмы. А нафига мне эти ваши катаклизмы? Ты всегда найдешь о чем поспорить. Ну давай залить все это в сторис. Ведь мы из разных миров, но нам хорошо. Папик пришел. Приветики. Извини, я тебя напугала? Стой! Стою. Ты кто? В смысле? Я Лиза. Лиза? Ага. Ну ты даешь. Самого-то хоть как зовут, помнишь? Ты меня не так не пугай, Гамлет. Гамлет? Today or not to be, that is the question. Where it is ennobling the mind to suffer. The sling and the arrows of our trails. Доброй ночи, сударыня. А, так вы не иностранец? А вы только иностранцем так обворожительно улыбаетесь. Да нет, ну что вы. Просто я услышала незнакомую иностранную речь и подумала, может, вам помощь нужна какая-то. Иностранная речь? Ах, нет, это Гамлет. Очень приятно, Лиза. Вы даже не представляете, как мне приятно. Шампанского? Нет, не так. Шампанского! Ну что, вспомнил? Ага. Супер. Тогда еще раз за знакомство. Понимаю. Зато вчера тебя было не остановить. А я тебе намекала, может, хватит. У нас есть еще чем заниматься. Ну, тебе было не до того. Для чего не до того? Ну как? Мы же вчера с тобой до самого интересненького так и не дошли. Так, может... Не-не-не-не-не! Слава Богу. Котик, ну что, так плохо, что ли? Ну, хоть я тебе таблеточку принесу. У меня есть с собой. Сейчас будет котик. Не надо никаких таблеток, я тебе не котик. Прости. Прости. Ну, а как тебя называть? Просто Гамлет это как-то очень строго. Как тебя друзья называют? Гамлюша? Гамлипуся? Гамлишончик? Гамлипуська? Александр Николаевич. А, Гамлет, это фамилия? Александр Николаевич Гамлет. Ну, конечно, вот это я дурочка, да? Ну, Александр Николаевич.
какие будут наши дальнейшие планы? Может, тебе? Куда ко мне? Ну, не можем же мы целый день торчать в этом музее. В каком музее? Ну, ты что, прикалываешься? Ты сам вчера сказал, что это дом-музей какого-то писателя, а ты как меценат его содержишь, и у нас с тобой будет ночь в музее. Да? Угу. А что я еще вчера говорил? О, дофига чего. Кола парука, престо ла барба, кола сангуинья, престо эль билетто, фигаро, 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 фигаро. Обупеть красиво. А что это значит? Я в жизни не встречал такой красавицы, как вы. Ваша фигура сводит меня с ума. Фигура, фигура, фигура твоя. О, боже мой, спасибо. Ты столько языков знаешь. Всего лишь 5. Знаешь, когда живешь в Европе, они как-то сами запоминаются. Лиза, ходите в Европу. Я даже не знаю. Ну, для начала я хочу шампанское. А у нас что, закончилось шампанское? Пардон, это по-французски, сейчас мы с вами, это недоразумение. Uno momento. Можно ножку? Спасибо. Ну, подружка, ты даешь. Подцепила себе нового папика? Сплюнь. Че, офигенный вариант, да? Да, это очень офигенный. Чуть раньше я его не видела, не местный, что ли? Как зовут? Гамлет. Армянин? Да нет, датчанин. Из какого-то там Эльсинора. Короче, у них там история вообще капец. У него батя очень крутой мужик был. Замками владел. Короче, его отравил его собственный брат и женился на его жене, прикинь. Капец! Угу. А Гамлета как наследника выгнали из хаты. И он очень долго скитался по Европе и тут немножко жил. А потом тупо все узнал, вернулся и отомстил им. Отсудил у них все. И дома, и счета. Короче, все отсудил. Все? А сейчас живет на проценты. И катается по Европе. Уже и меня вызвал. Да ладно? Ну да. Говорит, я напоминаю ему какую-то первую любовь. Она там тоже то ли утопилась, то ли повесилась. Ну, когда он уехал. Да, блин, история. Думаешь, не разводняк, нет? Да ну что тебе, девочка, что ли? Таня, ну такую историю хрен придумаешь. Ну да, в принципе. Лизавета, я прошу прощения, не знаю, как вас по-батюшке. Неважно. Присядем на минуточку. Ну, давай. Пожалуйста. Давай. Видите ли, Елизавета, я, конечно, дико извиняюсь, но произошло чудовищное недоразумение. Ну, какое недоразумение? У меня вчера был тяжелый день. Я немного выпил. Потом выпил больше. Я заметил. Вследствие чего потерял над собой контроль. Не делайте так, пожалуйста. И потом, не желая того, каким-то таким невероятным образом, знаете, что сделал? Что? Выдал себя за другого человека, представляете? Да. Ты что, меня развел? Не со зла. То есть это твой дом? А? А ты просто тупо какой-то дед? В общем, да. В общем? Это просто какой-то капец! Конченая дура! Идиотка! Это же надо быть! Надо быть такой тупой! Это же надо так лохануться! Да просто тупая курица, овца недоделанная! Че ты смотришь? Че ты смотришь, скотина ты? Олигарх хундасский, да козел ты африканский, вот кто! Трусы мои где? Я только знаю, где вот этот, вот он.
Где ж ты взялся, скотина такая? Елизавета, я понимаю ваше негодование и целиком его принимаю. И весь этот ваш эмоциональный всплеск, мой адрес, он целиком как бы оправдан. Но так сложились обстоятельства. Да заткнись уже, пожалуйста, заткнись! Еще раз прошу прощения, что обманул ваши надежды, чаяния ваши обманул. Но вы девушка молодая, у вас еще все впереди, и вы сможете как бы... Да какая тебе разница, что там у меня и с кем? И... Крамаренко. Лизонька, если бы ты знала, какая в Амстердаме весна, я сейчас организую экипаж, и мы продолжим наше увлекательное путешествие. Я буду ждать с нетерпением. Ой. Блин. Я не поняла. Ты что, следишь за мной, что ли? С твоим инстаграмом. Поехали. Ты пьяная уже. Кто пьяная? Я пьяная? Да, я пьяная. А ты мне кто? Папа? Нотации читать. Я вообще-то тебе не принадлежу. Короче, Лиза, поехали домой. Открою тебе твой долбанный салон. О, спасибо тебе большое. Я сейчас прям упаду тут в ножки и буду тебе ручки целовать. Вообще, ты не единственный мужик на белом свете. Понял? Жматяра лысый. Ревуар. Это по-французски. Убить тебя мало, актеришка долбанный. Это насчет долбанного я бы поспорил. Так? Ты это ж память, это... Такси мне вызвал? Быстро. Господи, какая я дура. Ну, тут бы я не спорил. Напоил, скотина, невинную девушку. Тоже мне, сама невинность. Наплел про какие-то замки в Европе, а сам привез в какой-то вонючий сарай. Почему вонючий? У меня, кстати, удобство, знаешь, они... Твои невинные. Лимузин. Это моя ночь. Это моя ночь. Доброе утро. В полицию едем? А зачем полицию? А, ну, вы же вчера, типа, вечером сами хотели. У вас же кошелек украли. Да? Да. Ты так сказал, когда за лимузин пришлось расплачиваться. Ну, а потом сказали, подожди, я сейчас из дома принесу. Ну, а в доме, я так понимаю, вам не до того было? Ну, а я чего? Я жду. Ожидание у нас оплачивается. Да? Да. Давай плати уже, миллионер из трущоб. А то реально в полицию поедем. Такси не надо. Щусева 44, туда же посчитайте. Там должно хватить. Ну, спасибо. Пожалуйста. Чмоки в щеки! Папик, блин. Сереженька, ты дома? Сережка, медвежоночек, я соскучилась. Ты что, там спрятался? В нашей спаленке? Фу, не спрятался. Ну что, теперь ты понял, кого ты мог потерять?
чемоданы зачем? Подожди, ты хочешь сказать, что мы едем в отпуск? Сереженька, боже мой, я так соскучилась по морю. Особенно я соскучилась по тебе. Ты же постоянно на работе, я тебя практически не вижу. Ты совершенно себя не бережешь. У тебя вон волосики седые появились. Шуба? О, ты хочешь сказать, что мы с тобой поедем в горы? О, боже мой, Сереж, в такую жару и в горы, это же так прекрасно! Ну, Сереж, ну ты что, обиделся, что ли? Ты не понял, это был прикол. Это мой дядя из Запорожья, он артист. А ночевала я у Маришки. Можешь сам ей позвонить и спросить, если ты мне не веришь. Сереж. Сереженька. Медвежоночек. Ну, прости меня, дуру. Я же специально тебя развела, чтобы ты приревновал. Я же подумала, что ты меня уже разлюбил. Это Маришка все, сучка драная. Это она все придумала, а я, дура, согласилась. Ну, я же люблю тебя. Ну, Сереж. Медвежоночек. Ну, возьми. Возьми. Ну, понятно. То есть ты какую-то новую шмару себе нашел? Че ты вылупился? Че ты вылупился? Ты думаешь, я не знаю про все эти твои командировочки, про твои сауны? Боже, какая ты задница, крамарин! Я тут, блин, нахрен кручусь, как долбаная золушка. И по дому, и в постели. То пропылесось ему голый, то в пчелку Майю переоденься, он мне сраный салон красоты зажал. То есть сам налево, а меня обвиняет. Да знаешь что? Да пошел ты! С тобой другие мучаются. Я себя, чтоб ты знал, не на помойке нашла. Понял, да? Я ж думала, у нас с тобой все по-настоящему будет. Все как в сказке будет. Я люблю тебя по-настоящему. Я тебе деток хочу нарожать. Мальчика или девочку. Ты кого скажешь, то я того и нарожаю. Мы будем их любить. Мы будем их... Хорошо, я уйду. Можно подумать, невелика потеря. Ой, знаешь что? Запомни, мой медвежоночек. Ой. Когда ты поймешь, что в твоей жизни, в твоей долбанной жизни никого круче меня нету, ты приползешь ко мне на брюхе и будешь умолять меня вернуться. Но будет уже поздно. А всего-то стоило сказать: прости. А сейчас, кстати, еще не поздно. Сереж! Ты, ну что ты творишь? Сереж, ты что, конченый или что? Да подавись ты, жматяра! Малышка, приветик. Привет, Оля, кисуля. Ну что, тебя можно поздравить? Все получилось? Ух, получилось, не то слово. Да ладно, ну рассказывай. Нет, крошка, это не по телефону. Слушай, давай к тебе приеду, и мы с тобой будем трещать хоть до утра. Лизок, облом. К моему сегодня мамаша приехала. У нас типа family day, так что давай на днях, ок? Ок. Тем, рада за тебя. А, я как рада! Алло. Кисуля, приветики. Привет, детка. Слушай, я тут такое придумала. Короче, хочу своего разыграть. Ну, чтобы он побегал, меня поискал. Давай к тебе приеду и побуду у тебя там дня два-три, как в старые добрые времена. А, прости, Лизок. Я тут залете перед своим. Сама по фитнесам шифруюсь. Давай через недельку.
Ну, когда она немного успокоится. Ок, договорились. Ах, я тебя целую. Эвелиночка, приветики. Слушай, рыбулик, прости, не могу говорить, везу своего на операцию. Нам зачем-то 82 года понадобились импланты, прикинь. Эвелина! Бегу, дорогой. Все, не могу говорить, Зай, пока. Лиза. Ты что, опять пьяный, не помнишь ничего? Открой дверь! Женщина, вы ошиблись адресом. До свидания. Что надо? Переночевать надо, открой дверь! С какого перепугу? Да с такого, что из-за тебя я тут на улице торчу. Да ты что? Вот я что? Ну реально я под дождем мокну, ну открой дверь! Никто никакую дверь открывать не будет. Иди отсюда, по-добру, по-здорову и адрес забудь. Блин, у тебя совесть вообще есть, старый ты козел! Если бы не ты, я бы жила себе, как жила! А так теперь у меня ничего нет! Ни денег, ни жилья, ничего, понимаешь? Понимаю и сочувствую тебе! Только я тебе так скажу! У тебя ничего нет не потому, что я старый козел, а потому, что ты курица тупая! Что? То, что слышала! Тебя никто не заставлял со мной крутить! Вы хоть сама захотела! Сама захотела, сама выпутывайся! Все, иди отсюда! Иди отсюда, не мокни! Да пошел ты! Буду я же тут унижаться перед всякими козлами! Хотя... Это тебе на память! Чтоб знала, скотина, как честным девушкам запудривать мозг! Ты что творишь-то? Только на одну ночь. Лизочка, деточка, ну как же тебя так угораздило? Нормаз. Крамаренович, зараза, ну что ты за чел такой?
На. Какой же ты предсказуемый, Крамареныч. Да, блин. Ты пришла ко мне с другой планеты. Нет, ты просто слишком долго жил на этой. Говорят, в тебе нет ни изъяна. Говорят, твой инь еще не встретил свою Яну. Ты всегда найдешь о чем поспорить. А тебе пора в учебник по истории. Ведь мы из разных миров, и нам хорошо. Папик пришел. Что мы делали бы друг без друга? Тю, да я за 5 минут найду себе подругу. А нафига мне эти ваши катаклизмы? Ты всегда найдешь о чем поспорить. Ну давай залей все это в сторис. Ведь мы из разных миров, но нам хорошо. Папик пришел. Дед! Дед, ты где? Воу. Откуда у тебя лавандос? Ты у соседа садовником батрачишь, да? Вот это батрачишь. Человек уехал, попросил присмотреть. Ой, ну да, конечно. Понятно. По утрам, значит, человеку газон поливаешь, а по вечерам честным девушкам мозги пылесосишь. Что-то я тут не честный девушек, ни тем более мозгов у них не наблюдаю. А датские олигархи все такие галантные, или ты один такой? Ну все, хватит тут. Переночевала, как говорится, более не задерживаю. Скатертью дорожка. Да я сама в твоем клоповнике не задержусь. Капец, хотела позавтракать, чуть жизни не лишилась. Душ у тебя есть? Летний, во дворе. Офигеть, ты что, только летом моешься? Можешь не отвечать, все с тобой понятно. В баню я летом хожу, в баню. Кстати, ты тоже? Иди туда же. Сам иди. Auf Wiedersehen. Ой, все, короче. Что ж такое? Твою девизию! Занята! Ты что ж там делаешь? Ты мне сказал идти в баню, вот я и пошла. А ты мне спинку пришел намылить? Шею я тебя пришел намылить! Нет, котик, сори, сними вам облом. Свой единственный шанс ты вчера провтыкал. Это чужой дом! Откуда ты взялась такая наглая? Из Ильичевска! Это под Одессой, может, слышал? Так... Убирайся отсюда! Я заканчиваю! Так, хочешь, чтобы я воду перекрыл? Я перекрою. Сейчас сделает. Ну да, вышло. Доволен? Что? Ты что ж творишь-то? Да что ж вы за люди-то такие? Ни стыда, ни совести. Залезла в чужой дом, вроде так и надо. И главное, что мне сказал, как об стенку горохом? Ой, да ладно тебе. Ну что, удавится твой сосед за каплю шампунь? Да дело же не в капле. Ты что, еще и... Халат хозяйский надела. А ты что, хотел, чтобы я к тебе опять голой вышла? Не насмотрелся? Так, раздевайся, переодевайся и пошла вон отсюда. Ну, сейчас кофе попью и пойду. Ничего не трогай, сломаешь. Ой, да ладно. Выключи. Да короче. Ты что, хозяйничаешь, что ли? Ну, не убудет у твоего соседа. Кто такой, кстати? Это он? Не твое дело. Ну да, конечно, не Брэд Питт. Еще и женат. Ты меня слышишь? Ну, ничего. Жена не шкаф, подвинется. Тем более, если сама как шкаф.
Может, мне тебя прибить? И что ты потом будешь делать с мертвой голой девушкой? И потом? Зря ты так. Может, нам еще с тобой соседями быть? Познакомишь, кстати, с толстячком? По дружбе. Я тебя по дружбе с полицией познакомлю. Откуда вы беретесь, такие наглые? Тебе что, в детстве не говорили, что чужого брать нельзя? Что стариков нужно уважать? Ну, говорили же! В детстве мне дофига чего говорили. Да только жизнь другому научила. Потому что весь смысл жизни в бабках. А у тебя в чем? В том, что человек отличает от животного. В принципах и моральных ценностях. И что ж ты такой умный и в таком дерьме живешь? Потому что ничего общего не хочу иметь с такими, как ты. Да ты что? А позавчера почему-то хотел. И от животного вообще не отличался. И мне за это стыдно, а тебе вот нет. И знаешь почему? Почему? Потому что ты... Кто? Ты... Ну? Шлюха! И вам того же! Что? Что-что? Что сразу орать? Это так друга с днем рождения поздравляешь. Спасибо тебе. Вот что ты за человек, я не понимаю. Инста, короче, вообще не так стало. Негатива пипец просто. Я вчера Цветаеву перепостила. Да. Так мне какая-то тварь пишет. Ее не Маришка зовут, а Марина. Блин, ты что тупая, а я что написала реальная? Вообще. Слушай, на самом деле явно какая-то жирная корова от зависти бесится. Не переживай. Да стопудов я тебе говорю. О, Лизон пришла. Слышала, ее вчера Комаренко из дома выставил. Да ты че? Угу. А че случилось? Не, ну я не в курсах на самом деле. О, девчерочки, привет. Привет, привет. Че, как? А все хорошо, а ты как, куда пропала? Я пропала? Да вы пропали. Я вам вчера целый день звонила, а вы трубочку не брали. Прости, пожалуйста, я просто только сегодня заметила. Да, малыш, он у меня, наверное, разрядился. А че, случилось чего? Да ничего, все офигенно. Лиз? Ну, мы как бы не хотим вторгаться в твое личное пространство. Но если вдруг тебе необходимо поговорить, то мы готовы. Да, но просто знаешь, что мы реально переживаем. Нереально переживаем. Mm-hmm. Лиз, ну хватит. Ну мы знаем уже. Ну что, Крамаренко вчера тебя типа выгнал. Крамаренко? Mm-hmm. Меня? Да сейчас. Мандат у него не вырос. Я сама ушла. Он мне только мешал вещи собирать. Ползал на коленках своими собачьими глазками на меня смотрел. Ну, короче. Слушай, а что случилось-то? Да ничего. Ну, колись, Лиз. Ну, чё-чё? Ну? Я себе круче вариант нашла. Да ладно, мать. Ну, ты даёшь. Ну, и чё, и кто? Привет! Чего? Привет, говорю! Привет, говорит! Где? В Караганде! Ага. Ну, привет, привет! Куда, куда? Вы на меня! А, вот так? Оп, оп! Все! Здорово, девчонки! Привет, Саша! Александр Николаевич, здравствуйте! Мое почтение! Ну, вас прям не узнать, и стрижка новая, помолодели! Ну, да! А мы переживать стали, не случилось ли чего, давненько вас не было. Так дела же накопились. Ну, пока разгреб, то все, ага. Говорится. О, кстати, гуманитарную помощь вам привез. О. Заодно отпразднуем день рождения нашего заслуженного. А где он, кстати? Да у себя, только настроение не очень. А какое у меня может быть настроение, если на меня с утра по телефону наорали? Ты какого черта приперся? Я тебя не звал! Соскучился. А то. Так а чем твой датчанин занимается? Ну, сейчас в основном благотворительностью. А вообще бабки у него откуда? Я же говорила, у него бизнес в Европе. Это он просто сейчас здесь живет. А где, кстати, живет? В Богдановке. Фига себе. Угу. Солидное местечко. Угу. И прикиньте, у него там целое поместье. Сколько соток? Соток? Гектаров не хочешь?
Серьезно? Я сама офигела. У него там одна баня, как весь этот фитнес. А про особняк я вообще молчу. И не женат? У-у. И что, сразу к себе позвал жить? Угу. Блин, круто, круто, круто. Просто нереально круто. Очень на дом Шундрыки похож. Шундрыка? Угу. Это кто? Ну, помнишь, Инга судьей мутила, а на него потом дело завели, так он за бугор свалил. Да, помню. Угу. Так она что-то похожее показывала. Так может, у них один визуальный мерчендайзер там, ну, дизайнер, я не знаю. Такое бывает. Ну да, реально бывает. Блин, нафиг ты мне это показала? Меня сейчас реально жабы задушат, нереально просто. Ну, прости, Кису. Ну что вы застыли, родные? Берем, накладываем, рассаживаемся. Давайте, давайте. Поздравляем Михаила Ивановича, благодарим Александра Николаевича. Вы таблеточку приняли? Ну а как же. Точно? Ну что? Все нормально? Настроение улучшилось? Угу, конечно. Улучшится оно тут. Ну что ты за человек? Что ты за человек? Думаешь, я не знаю, зачем ты сюда приехал? Вот интересно мне зачем? Чтобы унизить меня. У меня день рождения, а он тут выставляется. Вот сколько ты на все это копил? Год, а? Небось, и гробовые свои добавил, чтобы уделать меня. Да кому ты нужен, чтобы тебя уделывали? Я же тебе говорю, это племянница моя привезла подарок. Племянница? Да. Подарки? Да. А, твоя? Моя. Да ты специально хочешь меня унизить. Потому что завидовал мне всю жизнь. Я завидовал? Да, мне. Тебе? Мне. А чего ж тут завидовать-то? А когда мы Гамлета с тобой в очередь играли, так мой Гамлет был лучше в 100 раз, чем твой. Твой? Мой. Лучше? Да, лучше. Да, твоего Гамлета можно было только в цирке играть. Моего? Да. В цирке? В цирке с клоунами. Миша, ты в цирк? За здоровье Михаила Ивановича! Ну что, Лизон, за тебя? Везучая ты сучка! Пожалуйста, ваш заказ. Что так долго? Прошу прощения. Что-то еще? Спасибо, свободен. О. Да, Лиза, где ты их только находишь? И не жена, ты сразу к себе позвал жить. Тут пашешь, пашешь. А из статуса любовницы на съемной хате никак не вылезешь. Угу, та же фигня. Прикиньте, а у моего у жены завтра днюха. Так он ей рейнджа дарит, вечеринку закатывает, тромозоти приглашает. А я туда-то ж пойти не могу, он мне сказал, сиди дома. Капец. Угу. Капец, а сколько ей? Полтос. Полтос, конечно. Не, братан, это не твой вариант. Дохлый номер. Даже и не думай. О, он твой контингент. Ты присмотрись, присмотрись. 50 килограмм от груди жмет. Галина Петровна. Да пошел бы. Лиза, ты на эту вечеруху идешь? Нового твоего позвали? Не знаю. Я, если честно, Рамазотти не очень. Да нет, там просто твой бывший будет. Крамаренко? Угу. И было бы круто, если бы ты туда со своим датчанином заявилась. Нос бы реально-нереально бы ему утерла. Ну, кстати, да. А то он же всем рассказывает, что это он тебя выгнал. Угу. Вот козлина. Да не, ну моего по-любому позвали. Такого человека и не пригласить. Я вас умоляю. И не надейся, поняла? Ночлежка закрылась. Не сиди здесь, а то подумаешь, у меня тут бордель открылся. Вали отсюда и дорогу сюда забудь. Хватило ж наглости вернуться.
Ты, что ли? А как вошла? Открыто было. Закрыто было. Окно открыто было. Так ты еще и форточница, да? Да, воровка-домработница. А я гляжу, тебе нравится в чужих домах хозяйничать. Я просто хотела за утро извиниться, а тебя не было. Не нравится, я могу вернуть все назад. Не надо. Ладно. Что расселась там? Заходи давай, раз пришла. Только через дверь. На, знатные пироги. Бабушкин рецепт. Сама, что ли, пекла? Не духовку, значит, починила. Да, прям золотые у тебя руки. Это от дедушки. Вы, кстати, с ним очень похожи. Он такой же строгий, но справедливый. Ладно, хватит. Давай лучше рассказывай, что пришла. Ну, я правда извиниться хотела. Прицепилась к пожилому человеку, наговорила гадостей. У меня знаешь, какой камень на душе? Прям камень. Я что, тебе не человек? И это... Извини, что я тебя актеришкой обзывала. Ладно. Ну, правда, ты актер с большой буквы. Ну, перестань. Ну, честно, ты когда этого миллионера сыграл? Это просто бомба. Это... Брави, брависсими, это Оскар. Ну, прям так Оскар. Да я тебе отвечаю, я же не первый день живу. Я знаешь, сколько персонажей всяких повидала? А такого, как ты? Я же твоему каждому слову поверила. Я же сорвалась куда-то, побежала, как дурочка. Да что уж там. Я жениха своего бросила. А все из-за твоего таланта. Да. Дела. Лизавета, ты прости меня. Я же не хотел, чтобы так вышло. Ну, не со зла. Ну, ты не грусти. Все же наладится. Дело ж молодое-то. Да вряд ли. Ну, что вряд ли-то? Ну, объяснишь ему, скажешь, мол, так и так. Вот. Да я объясняла и так, и так. И что? Голяк. И что, никаких вариантов? Ну, был один. Забей. Ты правда не согласишься со своими принципами. Ладно. Спокойной ночки. Пойду помолюсь и буду ложиться. Лизавета! Слышь, я тебе так скажу. Это мой дом, и мне решать, понравятся мне варианты или нет. Тогда план такой. Присядем? Смотри. Завтра у жены любовника моей подруги юбилей. Старая курица Полтос и ее хахаль устраивает ей шикардосную вечеринку с Рамазотти. А на ней будет Крамаренко. Крамаренко – это мой жених, а Рамазотти – это итальянский певец. Короче, нам тоже нужно с тобой туда пойти, подойти к Крамаренко и подтвердить, что ты мой дядя, артист из Запорожья. Ну, это я так ляпнула, когда мне пришлось перед Крамаренко извиняться. Просто скажи, что я твоя племянница, и все. А то он мне не верит, а тебе, наверное, поверит. Как мы туда доберемся? Я все придумала. Смотри, берем лимузин, на котором мы с тобой катались. С водителем я уже договорилась. Сережа, вот такой парень. Мы ему паспорт, залог оставляем, твой или мой, неважно. Мой, хорошо. А деньги мы потом вернем, когда я своему буржую вернусь. Ты про шмотки? Шмотки вообще не проблема. У меня подружка, продавщица в бутике работает. Ленка, вот такая девочка. Мы у нее возьмем, типа, на примерку, а потом отдадим, типа, не подошло. Главное, бирки не отрывать. Прическу, бороду я тебе сама сделаю. Короче, ничего сложного. Главное, чтобы ты согласился. Ну, пожалуйста, миленький. И ты меня больше никогда не увидишь. Клянусь. И вот это ты хочешь сказать, что просто извиниться зашла? Это значит да.
Добрый вечер. Ваше приглашение, пожалуйста. В смысле? Продюсеру Рамазотти нужно приглашение? А он продюсер Рамазотти? Кванты Кантария, кена фиачи пью? Моментов это чини. Секьюрити кретинато. Кретинато? Мучо кретинато. Да, мальчики, это продюсер Рамазотти. Вы что, хотите международный скандал? Что у вас за организация тут вообще? Извините, проходите, пожалуйста. Грация, бомбини. Грация. Вот видишь, я же тебе говорю, на этих тусовках такой трэш постоянно творится. Тут прийти может кто угодно. Что это за люди? Я не всех знаю, конечно, но в основном people примажорены. Вот этот лес. Лес? Фамилия? Да нет, воруй. А вот этот газ. А вот этот ЖКХ. Понятно. Угу. Одним словом, балу сатаны. Упыри, нечисть, вурдалаки. Да ладно тебе, сам же за домом такого же жлоба следишь, который в Европу сбежал, чтобы вы тут не повязали. Да ладно. Вот тебе ладно. Короче, ты тут потуси, а я пойду своего вурдалака поищу. Ну, давай взбодрись, продюсер. Накати что-нибудь. Я тебя умоляю, закусывай. А то я тебя знаю. Знаешь что? Ну, все, все. Просто закусывай. Не знаю. Вы тоже находите, что устрицы не очень. Давайте, устрицы не в сезон, это, конечно, колхоз. Михаил Романович. Юрий Иванович, приветствую. Приветствую. Как дела? Слышал про твои мытарства с гольф-клубом. Ой, не спрашивай. Слушай, наша страна, это, конечно, ну я не знаю. Ну как можно было 20 гектар такой земли отдать под застройку? Да еще какого-то дерьмового социального жилья. Ты можешь себе представить, в таком месте, такая природа, и тут муравейники эти, все время забываю, как... С людьми? Вот, да, малоимущими вспомнил. Ну, так прикинь, пока мне в Англии готовили проект поля, они успели один построить. Да ты что? Да, да, ну, слава богу, Крамаренко помог признать его аварийным, и его быстренько снесли. Не с людьми хоть? Ну что? Хотя не знаю. Добрый вечер. Извините, добрый, пожалуйста, что вас прерываю. Дорогой, мне нужно тебя кое с кем познакомить. Конечно. Извините. Ну что ты, нормас, раздуплился? Да, с этим раздуплишься. Да ладно, сейчас подтвердишь мои слова перед Крамаренко и валишь себе на все четыре стороны светит так корей. Сам ты ничего не пропустишь, на мазуте не будет. Так мы же... Так, секьюрити, наверное, вообще офигели. Так, с Богом. Серёж? Привет. Привет. А ты что здесь делаешь? То же, что и ты. Веселюсь. А. А, кстати, познакомьтесь, это дядь Саша мой из Запорожья. А, это Серёжа, близкий друг. Александр, дядя. Из Запорожья. Ясно. Дядечка артист. Да, я проездом в Канны на фестивале. Понятно. Кино. Ясно. Каннский. Да, понятно, понятно. Приветики-пистолетики. Приветики. Бурсачок, а я тебя потеряла. Дядечка, познакомься. Это Марго, моя подруга. Тоже близкая. Александр, дядя, вот, проездом я сейчас вот в Канны на фестиваль. Прикольно. Из Запорожья. Так, мальчики, вы тут пообщайтесь, а мы пойдем с Марго припудрим носик.
сам-то я из Запорожья. А когда сказали, надо на фестиваль ехать, думаю, ну а чё ж, а? Тебя чё, заклинило? Ну, в общем, это, чё хотел сказать. Если у тебя с племянницами, с Лизкой, ну, чё-то не получилось, так вот, я не хотел. Просто мы это, ну, я, в смысле, перебрал немного, вот, на радостях. Давно не виделись, а она подросла, похорошела, налилась. Да, дядь, налилась она с тобой. Будь здоров. Слышь, подруга, я не поняла, что за предъявы? Ну, я теперь Скоморенко, и чё? Ну, чё ж это мой мужик, подруга? Сфига ли это, он твой? Ты же его бортанула ради этого датчанина. А, или мы даем заднюю, именно поэтому датчанин вдруг превратился в дядю из Запорожья? Не твое дело, поняла? А это не тебе решать, мое это дело или не мое. Слышь, овца, я тебе сейчас по-хорошему говорю. Отвалила от Крамаренко. А то чё? А то чё? А я же ее помню вот такой вот. Бегает голая по квартире, мозгов нет, и все в рот тащит. Да. С тех пор мало что изменилось. Тета, ты поаккуратнее. Это. Все-таки племянница моя. У нее, может быть, мозгов и не палаты, но она девка хорошая. Ты, дядь, за Лизку не переживай. Лизка, она не пропадет. Лиза! Лиза, я же люблю тебя, детка. Ну как ты могла подумать, что я применю тебя на эту овцу? Ну ты же... Лиза! 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 Ну скажи, ну что ты за человек такой? Ой, здрасте. Ой, здрасте. Ну? А чего ну? Понятно, женщина, у вас все? Нет, 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 не все. Николаевич дома? Нет. А ты кто? Я? Да. Племянница. Да ладно, вроде у него не было никаких племянниц. А может, я внебрачная? Вы что, вы родословную его ведете? Да ничего я не веду. Племянница, ты главное Николаевичу передай, что послезавтра приедет комиссия из Собеса оформлять субсидию. И при нем обязательно должны быть паспорт, домовая книга, пенсионное удостоверение, справка о доходах и еще... Стоп! У меня сейчас мозг взорвется. Кто приедет? Да говорю же, комиссия из Собеса по поводу субсидии. Ты главное передай, а Николаевич все знает. Окей. А дядя где? Он спит, что ли? Ага, спит. В Запорожье. Ты пришла ко мне с другой планеты. Нет, ты просто слишком долго жил на этой. Говорят, в тебе нет ни изъяна. Говорят, твой инь еще не встретил свою Яну. Ты всегда найдешь о чем поспорить. А тебе пора в учебник по истории. Ведь мы из разных миров, и нам хорошо. Папик пришел. Что мы делали бы друг без друга? Тю, да я за 5 минут найду себе подругу. У тебя в друзьях одни анахронизмы. А нафига мне эти ваши катаклизмы? Ты всегда найдешь о чем поспорить. Ну давай залить все это в сторис. Ведь мы из разных миров, но нам хорошо. Папик пришел. Ha 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 ha!
Нормально. И как это называется? Экспроприация экспроприаторов. Чё? Нет, не зацепилась там ни за одну извилинку, да? Понимаю, новые слова нужно время. Скажу проще. Восстановление социальной справедливости. Зашибись. А кто мне тут недавно втирал, чужое брать нельзя, да как так можно? Я даже почти повелась. Вот ты молодец, запомнила. Чужое брать нельзя, да. А вот награбленное можно. В смысле? Вот это все. Украдено у народа. А я у нас кто? Трепло двуличное. Я на выпады женщин с низкой социальной ответственностью не реагирую. Короче, ты можешь по-человечески сказать? Пожалуйста, присядь. Понимаешь, я вчера на Сабантуе посмотрел на всех этих деятелей, послушал, что они о простом народе думают. Это же охренеть можно, ё-моё! Ни одной копейки не заработали честным трудом они. Все нахапали, награбили и жируют на народные деньги. А я кто? Я народ. Я имею полное право всем вот этим своим пользоваться. Вопросы есть? Вопросов нет. Дед. Да. А я, получается, тоже народ? В каком-то смысле, да. И могу тоже пользоваться своим? Конечно. И типа сауной? Запросто. И даже бассейном? Ради бога. Мы вообще каждый день будем сюда приходить, мыться, плавать в бассейне и вообще. А знаешь что? Что? А чё бегать туда-сюда? Мы с тобой знаешь, что сделаем? Мы с тобой переедем сюда и будем жить вот здесь вот, на полном пенсионе. Вот таким всем подлецам. Вот возьмем и прямо сейчас и переедем. Прямо сейчас? Да, что тянуть-то? За мной! Бутылку забери. Ага. Лизавета, не отстала! Не отстаю! Так и не отстала! Так и не отстаю! Нравится? Дарю! За мной! Мы идем! Ноги вытирай! Прошу. Толстячок. Ох ты! Какой Эрмитаж устроил. Че устроил? Вот он, Патриций Хренов. Ну мы тебе сейчас покажем восстание Спартака. Восстание кого? За мной! Так, что у нас тут где? И смотри! По настроям радуальных мест! Лизавета! Чё ты ложкой давай? Не понял. А как ты здесь? Ты что, на метле прилетела? На лифте. На лифте? У него что, лифт есть? Прикинь. Где? А сучий подрых. Ну? Люди лишний раз боятся лампочку включать, экономят. Mm-hmm. А этот барыга на собственных лифтах ездит. Представляешь? Это, конечно, удобно. На третий давай.
Понимаешь, Лизавета? Фальшивые книги, фальшивые люди, фальшивая жизнь. Ненавижу. Дед, а где мы будем ночевать? Молодец, Лизавета, практически мыслишь так. Выбираем апартаменты. Мальчики налево, девочки, где найдут? У меня шикардос, а у тебя? Дед! Дед! Продолжим? Что? А, естественно! Унылою пришпоривают месть все обстоятельства, что есть. Что человек, что ест и пьет. Что? Что? Ну, ты сказал, что человек там ест. Домашнее животное, не более. Что ты меня перебиваешь? Давай, закусывай, а то ты уже никакая. На вот, лупани черные курки. Не-не-не, у меня аллергия. Аллергия на черную икру? Ну ты даешь. Да не, на все рыбное. А что, так бывает? Бывает. Когда мама на рыбном комбинате работает, и месяцами дома, кроме бычков, вообще жрать нечего. Так ты из наших тоже страдала. Не гизнем. Мстим. Тост. Давай, страдалица моя, выпьем за то, чтобы когда-нибудь всех этих Потапенко, Крамаренко всех пересажали к чертовой матери. Супер. Воруют, тащат миллионами. И не говори, а на новую машину приходится месяц выпрашивать. Тапочки покупаю за 1000 евро. А как сиськи любимой девушки, так ты и так красивая. И главное, хвастаются-то чем? Замками своими, яхтами. И чем меньше, тем больше яхта. Ну, у Крамаренко так. А что, у Крамаренко тоже есть яхта? И знаешь, где стоит? Яхта! Да, естественно. О чем мы тогда сидим? О чем? По коням! Это сколько такая стоит? Ну, 1300 баксов. 300 тысяч? Это если на всех пенсионеров поделить, то каждому пенсионеру получится. Дед! Что? Теряем время. Так а что писать-то? Чистую правду пиши. А, кобель, жлоб или... Ты знаешь, ты не смешивай личную обиду с социальной ненавистью. Пиши мздоимец. А мздоимец это вообще обидно? Ё-моё, до слез!
Что? В одном слове три ошибки. Как говорится, садись, кол. Ты что, исправлять? Не-не-не, не надо, так даже лучше. Сразу видно, что писал доведенный до отчаяния. Безграмотный народ. Блин, кто-то едет. Даже если сюда, то нас же повяжут, дед. Куда же нам прятаться, нырять, что ли? Че ты молчишь, дед? Дед! Дед! Лизка! Че там застыло? Как ты там вообще? Ловушка, ну давай иди сюда! Быстрее! Ты же говорил, та яхта. Ну, перепутал. Я же ее чаще изнутри видел. Понятно. Ой, ну все, ну что перестань так. Да мы... Без тебя, ну подожди. Видала, твоя близкая подруга с ним. Такая она мне подруга. Да-да. Правильно же сказать, исполняющий обязанности. Дед, блин, ты меня уже достал. Тихо мне тут. Так, стой здесь, кури. Грундучок, подожди, ну ты же обещал мне яхту показать. Яхту? Еще надо заслужить. Тихонечко лежи, я сейчас приду. Хорошо. Тихо, тихо. Хорошо. Мака не любит. Надо лучше написать «жлобяра» и «чмо». 20% отката. Это где такое видано? А? Ну что там? Походу уходят. Пошли Савельеву, пускай ржет. Да. Идем. А твой барсучок запасливый. А то. Ну что, на абордаж? Куда? 300, 400, 500, 600, 700, 800. Итого по 10 тысяч с мелочью. Каждому. Что значит каждому? А Козлевичу? Кто это? Ой. В смысле? Я не поняла, ты что, все бабки хочешь себе забрать? Не жирно будет? Что значит себе? Я что, разбойник с большой дороги? Я Робин Гуд. Кто? Друг Козлевича. Эти деньги были украдены у народа. И возвращены они будут народу. Так, стопэ, дед, какой народ? Ты как себе вообще это представляешь? Мы сейчас пробежимся по райончику и по баксику раздадим. Не надо юрничать. Конечно, денег мало. Всем не достанется. Значит, отдадим в какой-нибудь благотворительный фонд. Конечно. Я даже знаю один такой. Крамаренко, учредитель. Ну, значит, какой-нибудь детский дом. Дед, ты в каком веке вообще живешь? Детям максимум по чупа-чупсу дадут, а на остальные директрисы себе дом построят. Может, построят, а может и нет, кто знает. Не все такие люди, как ты.
Может, и не все, но нас таких дофига и больше. Ну, прими мои соболезнования. Ничего, мы еще до каждого доберемся. Дед, ну будь ты человеком. Я всю ночь бегала, я устала, как собака, я даже перенервничала. Ну так иди ложись, отдыхай. С чистой совестью, оно знаешь, как спится. О, спокойной ночи. Да. Так как... Без задних ног. А ты это куда намылилась-то? Ни свет, ни заря. Ты знаешь, поеду я. Куда? Ну, вообще, домой, к маме. Ну, правда, сижу на шее у пожилого человека. Ну, это же вообще не алё. Поможешь? Само собой. А чё так скоропостижно? Ты же вроде не собиралась. Ну, ты прикинь, я всю ночь не могла уснуть. Вот все думала. Ты знаешь, ты прав. И про бабки эти, и про меня. Ну сколько я буду вот это так мотыляться? Пора уже и за ум браться. Вернусь домой. Закончу универ. Да на работу пойду в конце концов. И правильно, и молодец. Хоть не зря нас с тобой судьба-то свела. Может, и мне там зачтется за то, что... Заблудшую овечку спас. Ну да. Ну что, Николаич, давай прощаться. Ты что, уже что ли? А сядь позавтракай. Ну ты же знаешь, я по утрам не ем. Ну все, поеду я. Спасибо тебе за все. Правда, спасибо. Классный ты мужик, Николаич. Вадимчик, приветики. Слушай, мне нужна квартирка приличненькая, где-нибудь в центре. Ну, не знаю, пока на год, потом посмотрим. Уже есть вариантик. Ты моя рыбка. Спасибо тебе большое. Я еду. Давай, тёмки-бомки. И снова здрасте. Забыла чего? А ты знаешь, я решила все-таки позавтракать. И правильно. Завтрак – это главный прием пищи. Угощайся вот. Яишенка, чай с мятой. Кстати, чай с мятой вот, очень хорошо. Он успокаивает нервы, снимает стресс. Благодарочка. А мама, да бог с ней, с мамой там. Мама подождет, ничего страшного. Ну, ты знаешь, я сегодня вообще никуда не поеду. Ничего так. Потому что новую жизнь нужно начинать с понедельника. Не стыдно? Ты думаешь, у тебя в понедельник совесть появится? Да короче, будет он мне тут морали читать. А сам как вчера воровать чужие бабки, так нет? Не стыдно было? Я тебе в сотый раз объясняю, не для себя, для людей. А я, может быть, сиськи тоже для людей хотела сделать. Да, представь себе, чтобы смотрели и любовались. Мать Тереза, да кому нужны твои эти сиськи, если жрать нечего? Боже, тебе только пожрать.
А людям вообще-то не только хлеба надо, а и зрелищ, понял? Ты смотри, как у тебя неожиданно среднее образование-то прорезалось. А я думал, у тебя всего 3 класса. Только не надо из меня дуру делать. Так и в мыслях не было, все уже до меня сделано. 25 лет человеку развития, как у этой, у сороки, только блестяшки подбирать. В голове ветер, в заднице дым, а главное, ворюга ты, ворюга. Глаза мои тебя не видят. Не нравится, не смотри. Вали в свою халупу. Тебя тут никто не держит. Это тебя никто не держит. Меня не держит? Да. Это еще надо доказать. В каком смысле? В уголовном. Сейчас я пойду и накатаю на тебя заяву, что ты меня в чужой дом заманил и пытался изнасиловать. Понял? Да. Что ж ты такой? Ты... Как ты? Лизавета! Ты... Все, обделался. Командир недоделанный. Да ради бога, сам занесешь. Не стыдно? Совсем слов не хватает. А знаешь что? Давай, иди, заявляй, Я тоже чистосердечно накатаю, что мы с тобой вдвоем ночью чужую яхту вынесли. Да пожалуйста, только ты учти, слышишь? Я-то 2 года просижу и выйду. А для тебя старого пердуна, это ж по сути по жизни. Ты знаешь, свежий воздух, размеренное питание, режим – это для меня то, что, как говорится, доктор прописал. На здоровье. Спасибо. А вот как ты там без своих маникюров и, прости господи, педикюров проживешь в тюрьме? Вот это вопрос. Проживу, не переживай. Иди вон отсюда! Сам иди! Шупа. Пердун. Пригрел на груди змею. Насиловать ее. Да кому ты нужна, чтобы тебя насиловали? Что там насиловать вообще? Ух ты! Что ох, такое? Вот это хватануло! Твою дивизию-то! Ух ты! Ай! Ух ты! Ух ты! Лизавета, слышишь, а? Спину мне хватануло. Ты бы меня на диванчик бы перенесла, я знаю. Что ж ты за человек-то? Мои соболезнования! Ой, ты! Пригрел змею уже. Ах ты. Ну что, Александр Николаевич, болевой шок я снял, блокаду сделал. Одевайтесь. Хорошо, что сразу приехали, могло быть гораздо хуже. Так что скажите спасибо жене. Жене? Ой, доктор, дождешься от него спасибо. Я же, видите ли, дурочка, с одной извилины. У меня 2 полушария и тени в голове. Ну что ж вы, голубушка, на себя наговариваете? Это не я. Так, давайте вернемся к спине. Вот рецепт и ближайшие 2 недели. Спать на жестком, подушечка низкая и сексуальную активность сократить до минимума. Чего, простите? Котик, не спорь. Доктор сказал сократить, мы сократим. Хотя, слушайте, а если все-таки на жестком и с твердой подушечкой, то, может, можно? А, доктор? Ты вообще нормальный человек? Тебе что, голову надуло, пока мы ехали? Что ты там наплела? Какая жена? Не, ну мне это нравится. А что должна была наплести? Что я девочка из клуба, с которой ты влез в чужой дом, ограбил чужую яхту, не хочешь делиться чужим баблом? Ну при чем тут это? Можно было сказать, как раньше. Племянница. Ой, ну я решила повеселиться. На самом деле, просто не подумала. Ты знаешь... А я вот и не удивлен. Ой, это мне вместо благодарности. Я как дура тащила его на своей спине. Туда машина, туда поликлиники. А ну такая тошная, сразу включила свою бухтел. Никто ничего не включал. А, она у тебя работает без включений. Заводись давай. Я завожу. Да ты не меня заводи, а машину. Под руку не каркай, хорошо? Да никто не каркает. Поехали. Пришла ко мне с другой планеты. Нет, ты просто слишком долго жил на этой. Говорят, в тебе нет ни изъяна. Говорят, твой инь еще не встретил свою Яну. Ты всегда найдешь о чем поспорить. А тебе пора в учебник по истории. Ведь мы из разных миров, и нам хорошо. Папик пришел. Что мы делали бы друг без друга? Да я за 5 минут найду себе подругу. У тебя в друзьях одни анахронизмы. А нафига мне эти ваши катаклизмы? Ты всегда найдешь о чем поспорить.
Ну давай залить все это в сторис. Ведь мы из разных миров, но нам хорошо. Папик пришел. Не, вроде мой размер. И качество отличное. Берите. Вы нигде больше не найдете за такую цену. А, кстати, какая цена? 1400. Сколько? Так это же натуральная собачья шерсть. Это обдиралово натуральное. Мазь возьму, а пояс забирайте. Так, стопэ. Тебе доктор сказал покупать? Покупай. Девушка, пробивайте. Ты что тут раскомандовалась? Хочу покупаю, хочу нет. Это моя спина. Так, пояс, забирайте его. А, сейчас. Чтобы я потом опять твою спину на своей таскала. Нет уж, дорогой. Девушка, пробивайте. Дедушка, оплачивайте. Здоровье дороже денег. Вы жене потом еще спасибо скажете. Вы что, сегодня тут все сговорили, что ли? А, довольно? Господи, на кого ты похож? На кого? На бомжа. Чё ты вдруг на бомжа? Откуда я знаю чё? Ну, глянь, тапки убитые, штаны в хлам. Нормальные штаны, очень удобные, просторные. А то что у тебя футболка моего года рождения, чё? Футболка, она мне дорога, как память. Народный артист. Уважаемый, пускай даже в прошлом человек. Кумир, можно сказать, миллион. Ходит, как бомжарская бомжара. Ну, скажи, неужели ты не заслужил себе на нормальную одежду? Тем более, бабосики есть. Ну, не обеднеет же твой народ, если мы народному артисту купим одну маечку. Да короче, чего я тут перед тобой распинаюсь? Я тебе кто, любовница или жена? Она мне надо вообще? Лиз! Что? Ну давай что посмотрим. Да все уже, попусти. Вау! Какой вау? Что ты мне... Вот как-то так. Ну нет, мужчина, Хенли под такую рубашечку не надевают. Чего не надевают? Ну, Хенли. Футболочка ваша. Тогда какого Хенли? Я это полдня меряю. Ну все, успокойся. Сейчас мы что-то подберем под твою Хенли. Подбирайте. Девочки, пиджачки. И вот эту курточку. Просто 100 из 10, просто крутяк, очень крутяк. А можно мне еще сумочку? Да, ради бога. Молодой человек, я, конечно, дико извиняюсь. А вы не видели, тут такой дедушка облезлый с футболкой, что-то там 94 не пробегал? Че застыл, красавчик? Я вот думаю, не видел бы меня сейчас Заславский. Заславский? Это кто? Родитель один из прошлой жизни. Он что, он умер, что ли? Если бы. Так круто, значит, умрет. Любая вещь, она ж радует дважды, когда ты ее покупаешь, и когда подружка, глядя на нее, дохнет от зависти. Думаешь?
Тогда поехали. Ой, Кисунь, ну что нового? Все как обычно. С утра с папиком на массаж съездили, потом шопинг был. А сейчас вот пока смот такой небольшой. Да-да-да, прет-а-порте, да. Да. Ой, Кисуль, тут уже дефиле начинается. Давай, я тебе призвоню цемки-бомки. Давай. Ну что, там все в ауте? Не то слово. Фурор. Я только начало. На завтра ничего не планирую, у нас гости. Какие гости? Не гости. Цвет общества. Помонт, элита. Одним словом, театральный гадюшник. Поехали. Ну, давай рассказывай, кого ты там наприглашал. Итак, заслуженный бездарь, жлоб и самодух третьей категории, а также почетный член Академии Мутаков. Что, бывают такие академии? Нет, бывают такие академики. И это уже известный тебе режиссер Заславский. Работа должна приносить удовольствие. Это не деньги. Зарплата. Какая зарплата? При чем здесь это? Подумайте об этом, молодые люди. Настоятельно рекомендую. И вы тоже. Альберт Венедиктович? Да, я. Добрый день. Добрый день. Слушаю вас. Вы что-то хотели? Алик, не прошло и 15 лет, а мы уже на «вы». Бог ты мой. Сашка. Меркулов. Какими судьбами? Да вот, заехал в родной город и думаю, почему же мне не зайти в родной театр? Как я рад тебя видеть, чертяк! Как я рад! Редкая сволочь. 15 лет назад уволил меня из нашего драмтеатра за профнепригодность. Я, ну ты представляешь? Конечно, не сам ему в этом здорово помогли. Например, прима нашего театра, обладательница 5 официальных мужей и 15 неофициальных любовников, Бояркова Ольга Михайловна. Негодяй, негодяй. Шурка, ты понимаешь? Если бы вообще не встретила Заславского, и он бы мне не сказал, что ты тут. Ты вы что, опять пропал? На 15 лет. Оленька, просто он мне сказал, что ты на месте. Я тут же побежал за цветами, но теперь понимаю, что я глупец, потому что рядом с тобой любой букет роз просто веник. Ненавижу. Была бы у нас с ней когда-то небольшая интрижка. Но ради роли в первом составе я легко был выброшен из сердца, театра и постели. Далее Петруша. Официальный супруг вышеназванной примы. Подкаблучник, жополиз и рогоносец. И при всем этом наборе еще абсолютно бездарный артист. Ну давай, рассказывай, как ты, что ты, где ты. Я прям сгораю от любопытства. Без подробностей я тебя не отпущу. Оленька, а тебе чебуреки греть? Здрасте. Господи, Семенов, ну какие чебуреки? Смотри, кто к нам пришел. Петруша. Саша. Петруш! Саша! Саша! А я-то думаю, кто тут с моей Оленькой в гримерке уединился? А это ты, Саша, подержи. Дай я тебя обниму, Саня! Ай, Саша! И, наконец, мой любимчик, драматург Гунько. Настоящий талант. Он как Юлий Цезарь. Одной рукой может писать пьесы, другой строчить доносы и одновременно пить с обеих рук. Нет, Игорь Олегович, ни в долг, ни в кредит, ни даже в ипотеку коньяк я вам больше не подаю. Все. Бог с вами, Наденька, это не для меня, это для Аделины Христофоровны. И не стыдно вам, а? Вот кому вы рассказываете? У Аделины Христофоровны повышенное давление, ей коньяк противопоказан. Наденька, Христа на вас нет! Бутылочку графского, пожалуйста, для меня и моего друга. А если вот так? Александр Николаевич, ну вы вот прям так... Вы мой ангел-хранитель! И вот эту очаровательную компашку мы завтра с тобой принимаем в нашем поместье. А нафига ты их вообще пригласил? А потому что врагов надо добивать морально на своей территории. Дед, ты страшный человек. Нет, я не страшный, я справедливый.
Четыре я стрелы пущу, и четверым я отомщу. Злодеям гнусным четверым, старинным недругам моим. Господа, мы ничего не перепутали? Да нет, адрес вроде бы верный. Как он там сказал? Загородный домишко? Или мне показалось? Друзья мои! Ну, наконец-то! Как же я рад вас всех видеть! Прямо хочется каждого обнять. А что? Такси уже отпустили? Ну, да. А странно, обычно они прям к дому подвозят. Ну, ничего. Прогуляемся по участку. Тут недалеко. Прошу. Недалеко. Бриточка гранитная, отечественная. Каштаны обыкновенные. Фантазик сделал маленький. Ну, не стал заморачиваться. Так, для души, чтобы радовал глаз. Боже мой, Сашка, глазам не верю. Это твой дом? Оленька, ну какой же это дом? Это так, маленькая дачка. А дом мой находится в другом районе земного шара. Как говорится, милости прошу к нашему шалашу. Да. А шалашик-то лимончиков на 15-20 потянет. Зависть – плохое чувство, Игорь Олегович. Вы правы, Альберт Бенедиктович, но других чувств сейчас нет. Проходим. Аккуратненько, пожалуйста, ступенечки, да, так, чтобы ножки не повредить, да. Дорогие друзья, позвольте вам представить, моя лучшая половинка, Лизонька. Добрый день. Здравствуйте. Лиза, а это мои друзья, коллеги. Любимый, ну что же ты не предупредил, что у нас сегодня гость? Прости, душа моя, запамятовал. Но ты же сама отпустила прислугу. Ну, иногда хочется побыть и вдвоем. Ну, вы же понимаете. Дайте мне 5 минут. Я вас всех жду к столу. Лизонька, друзья мои, мы с вами не виделись, дай бог памяти, лет 15, да? 15 лет. 15 лет. Вы знаете, и не было даже одного дня, чтобы я вот не думал о вас. И когда был на дне, и когда... поднимался на вершину. Я вот подумал, может быть, я и выжил только для того, чтобы сидеть с вами за этим столом, видеть ваши глаза, улыбки, слезы, радости. За вас, друзья мои. Нет, за тебя. За тебя, Саш. За вас, за вас. За тебя, Саш. Ура. За вас. За тебя. Как я рад. Закусываю, пожалуйста. Да я закусываю, закусываю. Александр Николаевич. Да. У вас такая потрясающая коллекция холодного оружия. Откуда? Так и я же собирал всю жизнь, как говорится, по городам и весям. Хочешь, подарю? Мне для друга ничего не жалко. Бери любую. За вас, ребята. Какая же вы все-таки красивая пара. Спасибо, Саша. Александр Николаевич, можно вот эту? Да ради бога, только не порезься. Если бы вы знали, как я вам благодарен. Иди уже. Не понимаю, за что мужчины любят молодое вино? Ну да, яркий вкус. Быстро пьянить, с ним весело. А потом что? Главная боль, тошнота, аллергия. Неужели оно того всего стоит? А?
Саш. Давай, что предлагаешь? Вообще не пить? Нет, ну почему? Пить? Еще как пить? Просто надо правильно выбирать напиток. С годами вино становится еще лучше. Вкус мягче, изысканнее. Оно кружит голову, будоражит фантазию. Развязывает язык. Выдержанное вино дает совсем другие ощущения, Саш. Ну, не знаю. У меня лично от любого вина изжога. Я вообще пивасик уважаю холодненьким. С боблой. Петруша, а сходи-ка ты за пивасиком. Ну что, есть? Да, в подвале, в холодильнике. Правда, можно? Забери сколько хочешь. Отлично. Прошу прощения, срочный звонок от менеджера. Алло. Ты где лазишь? А что случилось? Что случилось? Что случилось? Тебе что, племянница не передавала? Какая племянница? Ты что, пьяный? В твои двери комиссия уже полчаса ломится. Или ты собираешься свои субсидии государству подарить? Ой-ой, Танечка, ты задержи их, я сейчас. Хорошо. Оленька, надо мне срочно отправить факс. Бизнес, знаешь ли. Где ваш заслуженный? У нас еще 14 адресов. Я понимаю, миленький, он сейчас прибежит. Пожилой человек по делам побежал. Вот, слава богу. Вот и он все, Николаич, теперь сам. Я пошла. Спасибо вам, родные. Спасибо тебе, Татьяненька. Угу. Я прошу прощения за опоздание, но вы меня с горшка, извините за подробности, сняли. Заходим. Уважаемый, мы уже полчаса здесь стоим. Ты не обижайся, сынок. Но когда твоя... Прошу прощения, простата, ты живешь до моих лет. Вот ты тогда поймешь, что вот этот процесс, вот этот, он не быстрый. Миш, ты пока осмотри помещение, а я данные запишу. А что там смотреть? Отопления нет, горячей воды нет, и санузел у меня, это совмещенный, на улице. Знаете ли, разное бывало. То батареи за шторкой прятали, то холодильники на чердаке, то телевизор под кроватью. Халявные денежки все хотят получить. Все нормально, ничего нет. Я же говорил, ничего у меня нет вообще. Так, Александр Николаевич, да. Какая у вас пенсия? 1,5. Ну, как у всех. Минимальная, значит. Mm-hmm. Это хорошо. Конечно, хорошо. Прям некуда. Ой, простите. Для жизни, конечно, это плохо, но для получения субсидий хорошо. А, ну что ж, давайте свой паспорт будем оформлять. Mm-hmm. Паспорт? Какой же у меня в этом? В сарае? В сейфе? Он, ну... Я сейчас. Господа, предлагаю выпить за хозяйку этого дома. Благодарю. Лизонька, за вас. Лизонька.
Лизонька, вы обещали мне следующий танец. Игорь Олегович, уймитесь, дама больше не танцует. Почему вы решаете за даму? Гоша! Ну, знаете ли, твою дичь. Игорёш, ну тебе хватит, в самом деле. Ничего, успокойся. Я знаю свою норму. Там вот так вот. Вот, посмотрите. Вам что, плохо? Мне хорошо. Просто у меня это давление скакануло. На радостях, что субсидию получу. Извините. Алло? Дед, алло, ты где? Они сейчас поубивают друг друга! Что? Тяна! А что случилось? Капец просто! Я тебе покажу бездарность! Я тебе такой талантливый некролог напишу, что... Так, алло, пенсионеры успокоились! Саша, вызови его! Он тебя же посадят! Мне много не дадут, я в состоянии аффекта! Пошел теперь мокрый, ты видишь? Что там за стена? Иди сюда. Вызывай. Кого? Скорую или полицию? Такси. Такси? А, ну да. Сейф заклинило, лекарства не достать, а гипертонию как-то лечить надо. Вот и приходится старинным методом. Порфирия этого, как его? Иванова. Иванова, да. Сразу вот полегчало и мир такими красками засел. Вот. Будешь? Месть — это блеф. Пустой каприз, не более. И справедливость местью не свершить. Злодей погиб мгновенно и без боли. А мне теперь вот с этой болью жить. Прости, учитель. Я за каждую копеечку отчитаюсь. Да ладно, ну. Мы теперь крышу можем отремонтировать. Новый аккордеон купить. Даже костюм. Спасибо огромное. Да это Елизавете спасибо. Это же все она. Дай бог, такая хорошая девочка. Как же вам с женой повезло. Саша, да-да-да. Все у них теперь будет хорошо. Я рада. Правда, рада. Даже горжусь собой. Вот это молодец. Бабосиков жалко. Капец. Весна и деграсу несет.
подобрее видали. Ой, я смотрю, мы с утра на позитивчике. Я возьму на бензинчик. Положи на место. Че это? Я говорю, положи, я сказал. Так, я что-то не врубаюсь. Когда ты вчера бабки бабкам жертвовал, я тебе хоть слово сказала? Не сказала. Когда я предложила часть этих бабок нам на жизнь оставить, ты был против? Ты был не против. Какие проблемы? Сядь. Ну? Во-первых, не бабки, а деньги. А во-вторых, жизнь сейчас очень дорогая. А каждый раз буржуйские яхты грабить мне ни совесть, ни здоровье не позволят. В общем так, Лизавета, этих денег нам хватит максимум месяца на три. Не больше, потому что коммуналку платить надо? Надо. Холодильник набивать, моющие, лекарства. А если форс-мажор? Не дай бог! В общем, с сегодняшнего дня по нашему общежитию объявляется режим жесткой, я повторяю, жесткой экономии. Поняла? Поняла. Окей, я буду 92-м заправляться, он всего 30-ку за литр. Я и про Фому, а не про Ерему. За 30-ку можно в город на маршрутке туда-обратно и на хлеб еще останется. Да сейчас я буду в лоховозе с нищебродами душиться. Вот это ты видел? Я на такое не подписывалась. Вот интересно, на что ж ты подписывалась? Что я тебя на свою пенсию и свой огород содержать буду? Нет, дорогуша. Если жить хочешь здесь, значит, будешь экономить и обязанности свои выполнять. Какие еще нафиг обязанности? Обыкновенные женские. Знаешь, если ни копейки не можешь в общий котел принести, будешь на кухне шуршать и по дому прибираться. Ты че, реально хочешь, чтобы я убирала сама эту всю домину? А почему же нет? Работы у тебя никакой, значит, времени свободного вагон. Приступать можешь прямо сейчас. А то развело бардак. Капец, хотела человеку доброго утра пожелать. Лучше бы мимо прошло. И побухти мне там еще. Швабру в руки и к науке. Мне нравится чемодан, вокзал или че? Или откуда ты там еще? Ты пришла ко мне с другой планеты. Нет, ты просто слишком долго жил на этой. Говорят, в тебе нет ни изъяна. Говорят, твой инь еще не встретил свою Яну. Ты всегда найдешь о чем поспорить. А тебе пора в учебник по истории. Ведь мы из разных миров, и нам хорошо. Папик пришел. Что мы делали бы друг без друга? Тю, да я за 5 минут найду себе подругу. У тебя в друзьях одни анахронизмы. А нафига мне эти ваши катаклизмы? Ты всегда найдешь о чем поспорить. Ну давай залить все это в сторис. Ведь мы из разных миров, но нам хорошо. Папик пришел. Алло, Кристинка, приветик. Слушай, мой в командировочку улетел. Может, мы сегодня затусим где-нибудь? Да нет, Лизок, я в клинику легла. Че, опять? Прикинь, моему не понравилось. Так я теперь губу уменьшила, а нос увеличила. А, ну давай, котик, поправляйся, выздоравливай, тёмки-бомки. Алло, Альбиночка, приветик. Слушай, мой в командировочку улетел. Может, мы сегодня где-нибудь затусим? Ой, Лизок, ты знаешь, мне сегодня не до тусовок как-то. А завтра? А завтра тоже не получится, мне пару дней отрабатывать надо. Ну, покасики. Ага, перезвоню. Алло, Викуль, привет, как дела? Как всегда, лучше всех. Может, мы где-нибудь затусим сегодня? А я уже. Мы с девчонками сейчас едем тусить с айтишниками. Прикинь, 3 яхты, опен-эйр на Васильевском. В общем, подгребай. Уже лечу, давай, котик. Давай, мой дорогой, давай, мой хороший, работай. Она дело приступит. Thank you.
Лизавета! Лизавета, иди помоги, а то у меня сейчас руки отвалятся. Позакладывала, что ли? Лизавета, алло! Что ж ты за человек? Так, алло. Дед! Дед, алло, что за дела? Что надо? Я не поняла, что это мои вещи на улице? Твои вещи на улице, потому что ты не поняла, что мне здесь дармоеды не нужны. В смысле? А ты думала, я с тобой шутки шутить буду? Не убралась в доме? Убирайся из дома! Дед, алло, ну ты что, гонишь? Дед! Ну ты вообще нормальный человек? В смысле не убралась? Я все утро фигачила. Дурака из меня не надо делать, поняла? Дед, ну... Я на полчаса вышел, а тебя как ветром сдуло. А срать, прости господи, как был, так и остался. Фигачила она. Ну, дед, ну, блин. Ну я только начала, тут вон какая домина, за один день не управится. Ну, я завтра все закончу, я тебе отвечаю. Тем более, ты сам сказал, что у меня времени вагон. Да, времени у тебя вагон. А совесть у тебя гулькин нос. Да. Капец какой-то. Где ж ты взялся на мою голову, скотина старая? Дед. Ну, правда, прости. Ну, у меня, правда, уважительная причина была. Мне подружка позвонила, вся в слезах. У нее там такая драма, такая депрессия. Она вообще топиться собиралась. Ну, я поехала спасать человека. Ну, ты бы на моем месте разве не так поступила, а? Дед, ты где? Здесь. Пошли в дом, мать Тереза. Вещи забери. Ну что, спасла? Кого? Подругу. А, да, еле откачали. Лизавета, я тебе так скажу. Еще раз придешь после 12, сама пойдешь топиться. Да все, все, поняла. И двери закрой, а то шастают тут по ночам всякие. Я к тебе. И уборку на завтра никто не отменял. Поняла?
Ты вообще нормальный человек? Что ты за дичь с самого утра врубил? Ничего, что кое-кто еще спит. А ничего, что этот кое-кто среди ночи приперся, выключателями щелкало, дверьми грюкало и цокал каблуками по всему дому, как лошадь копытами. Ничего? Какой же ты нудный пассажир. А ничего, что этот кое-кто вчера на карачках тут лазил и драил эту всю домину? Ничего? Даже спасибо не сказал. Спасибо, что напомнила. А ничего, что после вчерашних твоих героических корячек у нас унитаз забился, чедрени фени. И чё? А то, что ты в него вчера целый день выливал грязную воду. Короче, я когда вчера уходила, ещё всё работало. А что ты, чем там забивал, это не мои проблемы. Так, всё. Некогда мне с тобой тут лясы точить. Мне в город надо по делам. Сиди дома, жди. 2 часа придут сантехники, и тогда посмотрим, кто и чего забил. Алло, стопэ! В смысле сиди и жди? Вообще-то у меня свои планы были. Знаешь, у меня вчера тоже были свои планы. В туалет по-человечески сходить. Да не судьба. Я сказал, дома сиди, жди. Ну, дед. Первый в мире блошиный рынок, знаменитый парижский Клин-Минкур, появился еще во времена Наполеона. А блошиным его окрестили из-за чего? Из-за блох, которые разводились в грудах барахла. И вот эти... Николаич, ты мне голову не морочь. От вопроса не увиливай. Я тебя спрашивала, когда ты мне сотку вернешь? Ну, ты же видишь, бизнес не идет. Ну, потерпи-то недельку-то. А хочешь, произведем взаиморасчет? Смотри, у меня книга вот есть. Мещанин во дворянстве. Ей цены нет. Нет цены вообще. А я тебе отдам за 200. Кому нужен твой Мольер? Тут бы кроссворды, гороскопы. А ты со своим Мольером. Что с тобой? Петровна, это самое, за вещичками моими присмотри. Мне малую нужду надо справить. Ну, хорошо. Просто не втерпешь. Ну, беги, раз не втерпешь. Ага. Послежу. Да это не мое, понимаете? Не, ну ты посмотри на него. Ну-ка, стой. А? Это ж надо. Я не знаю. А кто хозяин? Я тут первый раз, я честно не знаю. Это... Атас! Менты! Так бы с каждым. Алло? Здравствуйте, вы сантехника вызывали? Да, сантехников вызывал. Ну, так закрыто. Что значит закрыто? Закрыто. Вы звоните. На
Там девушка должна открыть такая. Что значит никого нет? Никого нет. Что там делать, ёлки-палки? Никого нет? Никого. А, никого нет. Салютики. Че тебе надо? Дед, ты реально не смешно. Че сегодня не так? Не понимаешь? Я просил тебя дождаться сантехников. Так ждала твоих сантехников до 2 часов, как и договаривались. Но они что-то не пришли. Люди пришли. 3:10. А 10 лет простыл. Так откуда я знала, что они такие непунктуальные? Я же не могла сидеть их целый день ждать, пока они нарисуются. У меня вообще-то и свои дела нет. Ну какие у тебя дела? Какие у тебя дела? По кабакам шастать, да перед мужиками задницей крутить. Ну, дедулечка. Дедушка. Ну, что ты у меня такая вонючка? Я тебе коньячку принесла. Колбаски копченые. Копченые колбаски. На ночь. Ты хочешь, чтобы я подох? Мне ж по желудку встанет. Знаешь так, красотка, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Спать будешь на улице. Гуляй с песней. А, хорошо. Тебя же попросили по-человечески, знаешь, надо. Как это по-человечески сделать? Попросили подождать, знаешь, надо подождать. Все. Совсем предохранители полетели! Ты что творишь? Я так верила тебе! Гуляй с песней, как ты просил! У тебя мозги есть! 2 часа ночи! Вырубай! Вырубай! Сейчас соседи все соберутся! А пускай собираются! Устроим пати, вечеринку мокрых маек! Давай присоединяйся! Ты угомонишься или нет? Люди сейчас полицию вызовут! Если ты не угомонишься, Лизавета, я тебе так скажу. Я пойду, возьму ремень, отклесаю тебя по твоей ветлявой заднице. Я королева ночи сегодня, точно. Но я не прячу, я больше не заплачу. Ты теперь свободный, делай что угодно. Прощай! Чёртова кукла! Тьфу! Я королева ночи сегодня, буду. Точно тебя забуду. Ты теперь свободный. Больше ты не модный. Давай. Ой, девочки, как он мне достал со своими болячками. Вы меня не поймете, ваши-то мужики в самом соку. Лискин особенно. Угу. Не то, что мой развалина. Ты сама такого искала полуживого, чтобы наследство долго не ждать. В том-то и дело, брала тверняк с ишемической болезнью. Нет. Эти израильские врачи что-то придумали, операцию ему сделали. Я вот теперь 5 лет как медсестра судочки выношу. Блин, Лизон, если бы ты знала, как я тебе завидую. Нет, белой завистью ты там ничего себе не подумай. У тебя такой папик. Реально просто нереальный папик. Импозантный, интеллигентный, воспитанный, да европеец. Одним словом, не то, что мой гамадрила. Я вообще не понимаю, как я с ним живу. У нас же что ни день, то приключение. В Таиланде недавно. До колупаса, до трансов, что те не мужики. Ну и те не мужики его так отмудохали, что пришлось башку зашивать. А в Дубае верблюд в рожу плюнул. Так он полез с ним махаться минус ребро. А Египет? Блин, Египет — это просто жесть какая-то невероятная. Короче, поспорил, что он сутки голый в пустыне продержится. Угу. На вертолете едва до больнички успели доставить. Ох,
В общем, 90-е его не завалили, так он решил, что он бессмертный. Дэдпул, блин, недоделанный, да зла на него просто не хватает, блин. За нас красивых и молодых. Девчонки, прикиньте, мне мой вчера говорит. Мась, а давай ребеночка заведем? Я ему такая говорю, ну, Бусь, ну, знаешь, это такой ответственный шаг. А сама себе думаю, в смысле? Я в грудь вложила больше, чем он в свою Черниговскую область. И кормить она должна меня, а не какого-то Моисеева-младшего. Ну и что теперь делать? Да без понятия. Капец просто. Внимательно. Ну, и что? И потом? Блин, ты чё, притыренный, а? Скорую вызываешь, я приеду, я тебе сказала, да? Не, ну не дебил, а? Штопора не нашел, так он саблей шампанское открывал, мизинец себе отфигачил нафиг просто. Блин, гусар называется. Девчонки, все, я погнала, ты со мной, а? Ну, а с кем? Ну, давай, погнали, значит. Сур, ты тоже идешь? Ну да, я без руля сегодня приехала. Закрой мне счетик, пожалуйста, а то я в машинке денежку оставила. Спасибо. Мась, да не вопрос. Спасибо. Все. Давай, Тёмочка. Там кровь весь течет просто. Да ты, Буя, виновата, что у тебя гусар. Девушка, мы закрываемся. Как? Уже? К сожалению. Ну, окей. И не надо мне там вздыхать. Вот сколько раз тебе повторять надо, чтоб ты наконец-то запомнила. Приходить надо до 12. Я старый человек, у меня режим, у меня давление. Ты на часы смотрела? 10 минут первого. Все, дорогуша, общежитие закрыто. Так что ночуй где хочешь. Хочешь в фонтане, хочешь на траве, хочешь под забором. Мне до лампочки. Ничего, ничего. Один раз на улице поспишь, потом всю жизнь помнить будешь, если до тебя по-другому не доходит. Молчишь? Правильно, нечего сказать. Шляется она непонятно где. Ты мне еще пообижайся там. Молчит она, главное. Нет, чтобы извиниться, нормально. По-человечески прощение просить, мол, так и так, прости, дед. Лизавета! Я с кем разговариваю? Что ж ты за человек такой? Ответить ей трудно. А ты где? Завет! Ну ладно, все, заходи давай. Надеюсь, все поняла? Ну что ты как маленькая, а? Ли! Мы с тобой что, в прятки будем играть, на наш взгляд? Лизавета!
Старый дурак. Не понял. Дед! Ой! Чё ты там не понял? Ты что ли? Ты меня испугала? А ты что там делаешь? Живу я тут. Слышь, спустись, открой, там захлопнулась. Не захлопнулась, а закрылась. В смысле? Общежитие работает до 12, а сейчас уже 15 минут первого. Свободен, приходите завтра. Вот так вот, да. Я ее обогрел, в дом впустил. А ты пожилого человека на улицу? Да цел будет пожилой человек. На улице сейчас тепло, переночуй где хочешь. Хоть в траве, хоть в фонтане, хоть под забором. Ну все, хватит рычать. Так, спустилась, открыла. А то что? А то дверь вынесу, узнаю что. Смотри, чтоб тебя самого не вынесли, когда сердце остановится. Лизавета! Лизавета, а ну вернись! Дедуля, в травулю! Что ж ты за змея-то такая, а? Как же так можно с людьми? А у меня, знаешь ли, хороший учитель был. Все, мужчина, у меня режим. Спокойной ночи. Какая тут спокойная ночь, может быть? Лиза! Иди сюда! Лизавета! А ну вернись! Ты посмотри на нее, а? Спокойной ночи она мне желает. Лизавета! Я с кем разговариваю? Спустилась, открыла быстро. Холодно, я в топках. Ой, да, Лизон, устроилась ты, конечно, вообще в шоколаде. Просто жир, серьезно. Да, такого папик отхватила. Прям жаба душит. Давайте, девки, за Лизку. Да. Спасибо, девчонки. За вас, мои дорогие, мои хорошие. Давайте селфи запилим. Да, давайте. Так, давайте стали. Стали губы. Деволю 5 сек. Ага. Что? Ничего. Ты куда дошел? В баню? Ну так и вали в баню. Лизон, а что это с ним? Ой, так капец, короче. Ну вы вот это видели вообще? И так уже целую неделю. Тупо переодевается в какого-то бомжа и бухает по подворотням. Молодость он вспоминает. Ностальгирует оно. Все, короче, сегодня он меня наказан. Я прямо сейчас пойду и скажу ему, что он наказан. И пускай к нам не приходит и не портит нам вечерушку. Капец, она с ним строга. Ты вообще нормальный человек? Че ты выперся? Ты не видишь, у меня люди. А что эти люди здесь делают? Так, стопэ. По-моему, мы с тобой вчера договорились. Я не лезу в твои дела, ты не лезешь в мои. А никто в твои дела не лезет. Просто можно было предупредить, разрешение спросить. А ты типа у меня дофига че спрашивал, когда своих этих театралов приводил. Только твои пришли, обожрали нас, а мои с собой принесли. Нам еще на неделю будет что пожрать. Все, сиди здесь и не высовывайся, окей? Окей. Девчонки, все нормуль. Тусовка продолжается. Че вы такие кислые? У Эвелины папик того. Че, реально? Mm-hmm. Отмучилась малышка. Да. Завтра пати. Ну, в смысле, похороны. Ты не пришла ко мне с другой планеты. Нет, ты просто слишком долго жил на этой. Говорят, в тебе нет ни изъяна. Говорят, твой инь еще не встретил свою Яну. Ты всегда найдешь о чем поспорить. А тебе пора в учебник по истории. Ведь мы из разных миров, и нам хорошо. Папик пришел. Что мы делали бы друг без друга? Тю, да я за 5 минут найду себе подругу. У тебя в друзьях одни анахронизмы. А нафига мне эти ваши катаклизмы? Ты всегда найдешь о чем поспорить. Ну давай залить все это в сторис. Ведь мы из разных миров, но нам хорошо. Папик пришел.
Лизавета! У тебя совесть есть? Я уже третий раз подхожу. Слышь? Лизавета! Что? Да ничего. Вот и все. Вообще с ума посходили с этими вашими гаджетами. И спите с ними, и живете с ними, и в сортир с ними. А ты с книжкой своей не туда же шел, не? Тоже мне сравнила. Книга — это же кладезь знаний. Это вечная мудрость. А ваш интернет — это что? Это пфу! Это будущее, дед. Интернет — это кладезь знаний, а не макулатура твоя. Знаешь что? Ты тупо отстал от прогресса. Серьезно? Прикинь. Значит, уставиться в экранчики, как поросята в корыто, и ничего не делать, по-твоему, это прогресс, а по-моему, это регресс. Это деградация. Слушай, ну если для тебя все новое, это деградация, чего ты тогда к унитазу ломишься? Давай, как все твои классики, сходи под кустики. А холодильник тебе зачем? Вырый погреб и мобилку выкинь, в конце концов. А я тебе говорю, что твой интернет — это помойка. Помойка, где один дурак учит другого дурака. Дураками они остаются. Да откуда ты знаешь? Ты хоть раз в него заходил? А я что, по-твоему, похож на дебила? Причем на злобного. Мой тебе совет. Пойди возьми мой ноут и посмотри котиков в Ютубе. Может, подобреешь? Это занятие для дебилов. О, ну тогда зарегистрируйся в социальной сети. Не знаю, найди одноклассников, пообщайся. Может, перестанешь мне мозги выносить от одиночества. Залезь мне эти одноклассники. Дебилы одни. Я смотрю, у тебя все дебилы. Один ты классный. Да. Я такой. Я не один. Потому что человек с хорошей книгой в руках, он не может быть одиноким. Сам придумал? Нет. Это цитата великого итальянского драматурга Карло Гальдони. Кстати, можете объяснить значение слова цитата? Господи, дед, перестань меня парить. Иди со своим Гальдони, куда шел. Там уже давно освободилась. Ты это, иди сюда, иди сюда. О, я не все сказал еще. Все, убежала. Нечем, значит, крыть. Я опаздываю. Ага. А смысл крыть, если у тебя тупо не хватит мозгов разобраться в компьютере? Да я твой компьютер, как два пальца об асфальт. А вот сможешь ли ты с книгой справиться? Это вопрос. Боюсь, что на середине книги мозги твои взорвутся. Если вообще есть чему там взрываться. Окей. Хочешь батл? Будь тебе батл. Чего мне будет? Я читаю твою долбаную книгу, а ты разбираешься в моем интернете. Окейшки? Ради бога! Спасибо. Лишечка, как ты держишься? Еще час потерпеть, и все. Держись. Извините. О, Господи. Господи, ради бога. Ничего, ничего. Извините. Ничего страшного. Дорогие друзья, спасибо, что нашли время. В наше время такая редкость встретить красивую женщину с хорошей книгой. Он был прекрасным человеком, добрым, щедрым, отзывчивым. Это моя любимая. Он был человеком мира. Я мира. Всегда перечитываю ее, когда мне грустно. Последней его просьбой было, чтобы его правда развеяли над такими реками мира, как Ху. Хуанхэ, Ганг, Ефрат и Амазонка. Я, конечно, выполню. Вы здесь одна? Сегодня здесь собрались. Как сказал... Кого Валерчик? Валерий Иванович. Один очень известный итальянец. Человек с хорошей книгой в руках не может быть одиноким. Не могу не согласиться. Поддержку. Мы прожили с Валерой 5 долгих лет, и я могу с уверенностью сказать... Борислав. Что это были... Елизавета. Моей жизни. Простите. В такой трагический момент очень трудно подобрать слова. Но я попробую.
Какой добровольцы? Ну, тот солидный мужик, который к тебе на похоронах подвалил. А, Бориславчик, да ничего, просто познакомились и все. Вот сучка, прикинь, с одним в замке живет, а добровольский уже Бориславчик. Да это вообще капец. Малышка, а Бориславчик, он вообще кто? Мать, да ты чего? Ты банкир из Форбса. Да ладно. Ага. Ты вообще везучая коза, это пипец. Подцепить такого папика на похоронах все равно, что словить букет невесты. Эвелина Эдуардовна, вам красную или черную икру подавать? Черную, конечно, ты что спрашиваешь? Я же в трауре! А сам свою электроэнергию не бережет. А что это ты? Что ты? Интересненько. Спишь, значит? А ты не знаешь, какой дебил тут на моем ноуте прикольчики смотрел? Не знаю. Замаялся, бедненький, да? Смотри-ка, и мозг у него не взорвался. Если там, конечно, есть чему взрываться. Короче, споки-ноки. Ноут я вам оставляю. А то мало ли, что там захочется ночью посмотреть. А за книжку, кстати, спасибо. Понравилось? Помогла. Алло. Алло, Елизавета, доброе утро. Это Борислав. Борислав? Какой Борислав? Ну, мы с вами вчера случайно столкнулись на одном не очень приятном мероприятии. А, да, Борислав. Здравствуйте. Вы что-то хотели? Да. Вы знаете, вы меня просто потрясли своим мышлением. И я вот подумал, может, мы сегодня с вами встретимся, поговорим. Сегодня? Я даже не знаю. Мне нужно посмотреть в ежедневнике. Секундочку. Да, вы знаете, вам повезло. Сегодня у меня как раз свободный вечерок. Ну, вот и отлично. Тогда встречаемся по адресу Андреевский спуск. 13. 8 часов. До встречи. До встречи. Что? Чего? Вот такие ушки.
Много уже прочитала? Прилично. И что, Аннушка уже рассыпала семечки? Аннушка? Ну да, уже рассыпала. Маслечко передай. А бегемот уже в Буэнос-Айресе? Да нет, еще только собирается. Все с тобой ясно. Нельзя было сказать, что еще не читала. Обязательно надо было врать. У тебя бы корова мычала. Тебе напомнит сегодняшнюю ночь? А что сегодняшняя ночь? Это тебе масла не надо уже? Нет. Сегодняшнюю ночь. Вникаю, как договаривались. И начал почему-то с прикольчиков для дебилов. Ну-ну. Приятного аппетита. Лизавет. Ну? Ну, тут такое дело. Это я в этих ваших интернетах не разберусь. Без твоей помощи. Да ты что? Короче, интернет – это такая глобальная компьютерная сеть, в которой всякие дебилы могут общаться друг с другом по всему миру, слушать музыку, смотреть фильмы, читать книги, заказывать еду, покупки, путешествия, удаленно работать и еще дофига чего. Серьезно? Прикинь новость. Кликай на Safari. Что делает? Открывай Safari. На кого? Что на кого? Ну, Safari — это же охота. Safari — это интернет-браузер. Иконку с компасом видишь? Икону с компасом. Ой, как все запущено. Ведешь пальчиком по тачпаду. Почему веду? Это пальчик. А? Это тачпад. Да. Ведешь пальчиком по тачпаду, видишь, стрелочка двигается. Наводишь ее на Safari, иконка с компасом. Кликаешь. Я аллилуйя. Дедушка в интернете. Врубон. Я возьму тетрадку и все подробно запишу. Главный инструмент – это поисковая строка. Видишь вверху? Вот это вот? Вот это вот. Пишешь в ней все, что хочешь найти, узнать или спросить, например, погода в Богдановке. Пиши. Так легко сказать, пиши. Ну ты же у нас умный, разберешься. Я в тебя верю. Да. А что она не по-нашему написала? Язык поменяй, ладно. Чего? Коммент пробел. Сейчас. Как-то так. Супер. Теперь, чтобы зарегиться в соцсетях, тебе нужно мыло. Какое мыло? Хозяйственное. Не тупи, дед. Мыло – это имейл. Электронная почта. И почтовый ящик только в интернете. Understand me? Of course me. Ну тогда come on, baby. Регистрируемся. На открытом перед тобой сайте ты можешь торговать своими распрекрасными книжками онлайн. Как торговать? Онлайн. Это значит, не шляясь на свой вонючий рынок в любое время, не выходя из дома. Серьезно? Даже сейчас, вот полвосьмого, когда все закрыто? Ой, да хоть полвосьмого, хоть полдевятого. Удобно. В смысле полвосьмого? Уже полвосьмого? Блин, я опаздываю, дальше сам. Куда? Куда надо? Книжку возьми! Онлайн. Господи. Елизавет! Вы куда? Борислав, простите меня, пожалуйста, я мало того, что опоздала, так еще чуть не проскочила. Ну ничего. Полтора часа, разве это опоздание? Ну. К сожалению, мимоза, которую так любила Маргарита, уже отцвела. Вот и решил подарить вам любимые цветы мастера. Пожалуйста. Благодарю. Подумал, для вас это будет символично у памятника Михаила Афанасьевича. Да? А кто это?
Булгаков Михаил Афанасьевич, автор вашего любимого романа. Попыталась пошутить. Видимо, неудачно. Вы меня простите, Бога ради, я просто еще не оправилась после вчерашнего. Ах, да. Мы с подругами всю ночь поддерживали Эвелину. Согласен. Да. Ну, давайте не будем о грустном. Давайте не будем. Да. Пройдемте. С удовольствием. А куда? А есть очень хорошее местечко. Полуподвальчик. Вам понравится. Похоже на квартиру мастера. Вы же помните? Ну что вы. Как такое можно забыть? Ну, пожалуйста, посмотрим. Ну, что ж ты? Ну как мне тебе, идиоту, доказать, что я не робот? Сплясать, что ли? О, как раз вовремя. Как доказать, что я не робот? О чем мастер и Маргарита? Быстро, в двух словах. В двух словах? Прочитаешь, узнаешь. Блин, дед, ну не до шуток, пожалуйста. Ну, в двух словах, как я тебе расскажу в двух словах, если человек 12 лет писал роман и 32 главы? Блин, дед, ну ты же такой умный, он в компьютере практически разобрался. Сформулируй как-нибудь покороче. Покороче. Ну это, блистательный шедевр. Захватывающая дух мистическая дьяволиада, обнажающая вечные темы. А еще короче? А еще короче для таких, как ты, борьба добра со злом. О, супер, спасибо, пока. Помогла. Вот оно где, борьба добра со злом. Чтоб ты сдох, бесовская ты машина! Тьфу! Спасибо вам большое, что показали мне это местечко. Очень уютненько, а главное вкусно. Да, не за что. Елизавета, а как вы смотрите на то, чтобы мы с вами перешли на «ты»? Я не против. Да? Ну вот и отлично. Тогда предлагаю продолжить наш прекрасный вечер. Погуляем, можем где-то коктейльчика выпить. А можем вообще поехать ко мне. У меня прекрасная библиотека, тебе может быть интересно. Ну, честно говоря, я сегодня пообещала папе, что буду не очень поздно. Ну, папа – это святое. Но, с другой стороны, я могу ему перезвонить и предупредить, чтобы не переживал. Отлично. Сейчас, одну минуточку. Прощение. Алло. На тебя негласное правило не звонить после 22 не распространяется? Что значит токийская биржа рухнула? На сколько пунктов? Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить все, что ей понравится. Среди знакомых ее мужа попадались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире. Словом, она была счастлива. Ни одной минуты. Читаешь? Угу. Молодец. Нравится? Угу. До какой главы уже дочитала? Дед, что тебе надо? Лиза, тут такое дело. Даже вот не знаю, как сказать.
Представляешь, твой ноутбук, знаешь, что сделал? Сломался. Вот. Офигеть, в смысле сломался? Сам? Да. И ты ничего с ним не делал? Упаси Господь, я работал, работал, а потом сходил по малой нужде. Возвращаюсь, он сломался. Прости меня, Лиза. В смысле прости меня, Лиза? Ты вообще знаешь, сколько такое стоит? Сколько? 3000 баксов. Да ты, я возмещу, я как-нибудь, я с каждой пенсии буду брать по чуть-чуть и возмещать. Да какая пенсия? Ты что, бессмертный? Ты что сразу бессмертный? Я вот о чем подумал, Лизавета. А что если сдать в ремонт? Это же дешевле будет, чем новый покупать. Ага, десятку готовь, не меньше. Пойди, если плюнул назад. Ты что, плевал на него? Нет, я в том смысле, что раз плюнуть, но у меня даже при всем желании таких денег же. Нет. Ну, давай сколько есть. Так и быть, возьму, как первый взнос. Не стой, неси, пока я добрая. Сейчас. Лизаветка? Да? Ну, вот это... К сожалению, все, что у меня есть, вот, двадцаточку я себе оставил, ну, на проезд, хотя ты знаешь. Дойду пешком. Ну, ладно, катайся на своем лоховозе, и на хлебушек тебе будет. Спасибо тебе, девочка. А все остальное ты с пенсии. Погоди-ка. А ну, отойди. Отойди. Так он не поломался. Он разрядился. Ах ты, аферистка ты. Обманула дедушку и радуйся. Деньги верни! Сам аферист! Аннушка маслечко разлила, а не семечки рассыпала. Сам книжку не читал, а мне что-то заливал. И мне зубы-то не заговаривай. Ты давай. Деньги верни! Нет! Я их заработала. Заработала? Да. Ты ноут поломала, я починила. Да ты меня побрала, как лихо. А в ремонте бы с тебя вообще последние штаны сняли. Я говорю, дедушке денежки верни. Деньги верни. Да, Борислав. Я говорю, деньги верни. Конечно, удобно. Деньги. Да, да, я помню. 8 около памятника Глинки. Да, до свидания. Ах ты, белюга ты! Это что? Это сумка. Чёрт, ты сумка! Кто носит пиджак в такую жару? Согласен. Это что? Это пояс. Чёрту пояс. Прости, 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 прости. Это кто? Это может быть папа. Папа, это важно. Не могу мешать. Завет, можешь меня поздравить, я зарегался. Поздравляю. Слушай, тут такое дело. На сайте требуют фотографии. Так это получается, мне в салон ее нужно пойти сделать? Да, 10 на 15 по почте вышли. Ну что это за человек? Ты можешь хоть раз нормально ответить или нет? Да не нужна там никакая фотка. Господи, просто пропусти этот пункт и не звони мне больше, пожалуйста. Все нормально? Да, прости, просто я... Единственная любимая дочь. Ваш коллег. Благодарю. Ну, ему, кстати, 50. Не смущает, что мы одного возраста? Совсем нет. Телефон. Да, пошли все к черту.
если это папа? Да, ты прав. Не буду мешать. Какого хрена ты вообще мне наяриваешь? Я же сказала, что я занята. Прости, Лизавета, а как мне карточку к учетной записи подвязать? Господи, я приеду, я все тебе помогу. Пожалуйста, не звони мне. Ты только не задерживайся, потому что я тут на Ютубе посмотрел топ-10 жестоких убийств. Так это же ужас, что творится. Господи, научила на свою голову. Сиди и читай свои книжки. Пожалуйста, не звони мне. А у тебя здесь очень уютненько. Только не хватает женской руки. Возможно, я буду претендовать на твое сердце. Thank you.